О возможных причинах трагедии на Воркутинской северной шахте говорили сегодня на высшем уровне. На встрече с президентом глава Ростехнадзора Алексей Алешин озвучил версию, что авария могла произойти из-за аномалии, возникшей при разработке. В свою очередь Владимир Путин отметил, что расследование случившегося в Воркуте должно помочь детально проанализировать вопросы безопасности на шахтах и принять необходимые меры. Мы за последнее время, особенно после известных трагических событий, приняли целый ряд решений, связанных с повышением безопасности в шахтах и с повышением ответственности собственников, с техническим оснащением шахт, обеспечивающих безопасность, да и прямо сказать, с повышением дисциплины среди самих горняков. Что же произошло в Воркуте? Такая трагедия и такие тяжелые последствия. Что удалось установить? Каково ваше мнение о причинах этой трагедии? Это трагедия не только тяжелая, но и сложная для понимания причин, что является первоисточником. Мы говорим о предварительных причинах. Произошла какая-то аномалия в уже выработанных породах, когда, скорее всего, это пока тоже предположение, завис большой пласт в кровле. Он не разрушился, хотя должен был разрушиться. И на момент, как поршень опустился вниз, выдавил оставшийся там метан, который поступил в лаву, где работали люди. Нам нужны выводы для практического применения, для того, чтобы избежать трагедии подобного масштаба, подобного рода вообще. Что касается социальных вопросов, это, безусловно, я буду держать под контролем. И завтра еще правительство доложит о том, что делается для людей, которые пострадали, и для семей погибших. Ну, а вас прошу это расследование провести самым тщательным образом, до конца разобраться во всех тонкостях этой трагедии, и сделать практические выводы для технического оснащения, совершенствования технического оснащения шахты, с тем, чтобы, безусловно, обеспечить безопасность людей.